Работа по продвижению туристических брендов продолжается. Проекты из Чувашии участвуют во многих конкурсах и побеждают. Балдыш-Калят стал победителем и обладателем гран-при финала Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео «Дива России». Чебоксарский проект занял 3-е место в номинации «Культурное событие» и стал обладателем гран-при «Народный выбор» по итогам онлайн-голосования. Всего на конкурс представили более 60 видеопроектов. Оргкомитет Всероссийского финала «Дива России» предложил представить этот проект на фестивале-конкурсе «Дива Евразии-2019».